Ребятушки, всем-всем-всем привет. Вот, сегодня будем проходить игру замечательную RimWorld. Начнем все-таки наше прохождение. В долгий ящик долго мы откладывали, но вот давайте сегодня попробуем. Так, очень-очень-очень давно я в нее не играл, соответственно, ну, по старой памяти вроде как сейчас пройдемся. Так, вот, всегда начинал с богатый исследователь. Это несложно, нелегко. Вот, нормально. Нам турелька дают, поэтому давайте за нее. Так, выбираем Кассандру и Чужбину. Наверное, сильно хардкорить не будем. Вот, так как, собственно говоря, не давненько, ребятушки, не играли. Так, зерно сойдет. Размер мира 30% сойдет. Ребят, давайте. Так, посмотрим. А вот, начинать тоже не будем. Не в морозе, не в тепле, в общем, что-то средненькое. Вот, чтобы просто хотя бы вспомнить игру. Вот, я просто уверен, что у нас целая гора будет убийств. Вот, целая гора этих заново начинаний. Вот, поэтому торопиться не будем. Так, давайте что-нибудь где-нибудь тут выберем. Так, круглый год. Давайте не круглый год хотя бы, блин. Вот, потому что все тут будет расти у нас, так не особо. Что-нибудь такое... Так, природа роста, господи, да что все, все круглый год. Тут хоть что-нибудь похолоднее-то есть? О, так, температура зимой минус 0, да? Так, летом 16. Что-нибудь такое бы похолоднее и потеплее бы, блин. Так, это слишком тепло, круглый год, господи, да что за... Так, а тут? Так, минус 20, нифига себе, зимой, летом 20. Во, вот тут надо, минус 20, 20, нормас. Так, вот, типа такого что-то, да? Давайте посмотрим, что у нас тут. Это что такое? Пещера Старейшина. Так, это какая-то фракция, да, получается? Где-нибудь между ними. Давайте тогда. Вот, например, тут. Так, минус 5. Так, 16. Что-нибудь потеплее бы на немножечко. Вот так, да? Вот тут. Вот, и надо бы, чтобы горы обязательно были. Наверное, где-то вот тут тогда. 20-20. Так, 20-60 дней марта-май, сентябрь-ноябрь. Ну вот, как раз таки самое то, что нам нужно, да? Так, животные могут спастись, да. Да, все, далеко не будем гонять, давайте тут. Вроде и пещеры рядом, и все нормально. Так, давайте подберем сейчас необходимого чувака. Самое главное, первое, как мне кажется, горное дело, чтобы было быстро, чтобы можно было строить. И строительство, вот, а остальное уже такого более-менее. Так, так, беспечный стрелок, уравновешенность, гиперчувственность, порог нервного срыва, психочувственность, блин, вот это плохо, конечно, плохо-плохо. Так, противный голос, зависть, но у него какие-то раны. Так, мазохист, да. Добряк, быстрая обучаемость. Так, он схватывает на лету любую информацию. Общий фактор обучения плюс 75%. Но он не может медицины и общения, да. То есть торговцы мимо будут проходить, поэтому он нам не подходит. Так, здесь зависимость. Так, кулинария. Готовить вообще не может, тоже вообще никак, никак, никак абсолютно. Так, все пока ерунда попадается. Так, сова, протезофил, нервность. Вот нервность точно не надо нам. Так, драчун. Так, это все нету. Господи, ты боже ты мой. Давайте тут посмотрим, что у нас предлагают, собственно говоря. Так, так. Блин, вот кошмар, вообще не нужен. Я не знаю, куда. Ну, так, вот, пироман. Пироман хреново, конечно, психическая вялость. Психочувствительность, то есть вообще плевать будет на психозонды найти, да. Пироман очень любит огонь. Медлительность, скорость передвижения минус 0,2. Пироман, вот это единственное плохо. Да, мошенник, блин, ну давайте дальше еще поищем. Так, сердце, левая ступня. Ага, нафиг, 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 астма легкая. Так, этот половину вообще не может ничего. Господи, ты боже мой, что за уродов нам дают? Цирк уродов. Так, трезвенник, беспечный стрелок, легкая неврастения. Общая скорость работы плюс 20, порог нервного срыва плюс 8. Ну такое, конечно. Такое себе, да, горное дело. Зато он херачить будет налево и направо, да. Ну давайте, в принципе, вот это попробуем тогда, да. Будем. Назовемся. Вот, попробуем вот этим товарищем. Не в растении, правда, у него, но тем не менее. Будем психом, витамин псих будет. Так, и ник. А во, все. Ладно, тогда вот его выбираем, в принципе, и погнали.
Чем? В принципе, все множит. Ошибок нет, а ранений нет, трезвенник. Получение удовольствия от химии держится. Да, в принципе, это нормально. Беспечный стрелок. Время перецеливания минус 50, точность стрельбы минус 5. Ну, у нас вроде как должно быть. Вот, строитель и вообще то, что нам надо, поэтому это нормально, нормально. Перекроет, я думаю, вот. Главное сейчас базу быстро построить. Так, это все понятно. Давайте позырим, что у нас. Что за карта? Так, мы-то где? А, мы еще не прилетели. Давай прилетим. Так, и так, Тарас у нас. У нас есть Тарас. Это кот, что ли, наверное? Йоркширский терьер. Так, оленей целая куча. Вот, смотрите. Прикольно, у нас сразу же есть здание. Из камня, из известняка. Так, это что такое? Болото. Так, передвижение понятно, плодородность 100%. Ага, тут вот, собственно говоря, сама плодородная почва еще есть, да, рядом. Во, ребятушки, вообще идеальное место. Здесь все болото, болото, болото. Вот, гейзер рядом. В общем, как раз таки тут сразу тогда и начнем. Начнем работать. Так, давайте все разрешим перетаскивать, собственно говоря. Так, бери сразу вот эту винтовочку тогда. Так. Блин, на отойти тебе. Господи ты, боже ты мой. Вот, взять оружие. Так. Так, это разрешаем. Надо вот так, конечно, сделать. Вот. И вот так вот. Вот. Так. Сталь тоже. Все, давайте размечать тогда первое время. Склад. Склад у нас где-то. Блин, у нас тут все плодородка, да? Давайте этот склад вот тут сделаем. Вот такой складик. А вот свалку. Свалку тоже где-то тут нет. Свалку давайте где-нибудь вот здесь, подальше, чтобы нам тут не психовать. Так. И так. И надо стенку тут, значит, сделать. Сейчас быстренько все настанет. Так, золото, серебро, старь. Давайте из древесины, хрен с ним. Вот. И дверьку вот так поставим. А вот, соответственно, у нас сразу тут будет этот нормально все здание, полноценное здание, хорошее. Так, продовольствие нам бы надо, конечно, где-то отдельно держать, но пока ладно, пока сойдет. Дальше крышу. Так, строить крышу, отлично. Вот так сразу, да, свалку. Ну, на свалке ладно, ерунда, в принципе, оставим. Так, теперь сразу надо поставить области посадки. А вот на первое время нам хватит, я думаю, риса, поэтому немножечко вот так посадим. А вот, и назначим его рис. А рис быстрее всех растет, вот поэтому. Так, а сколько у нас, собственно говоря, медицина, интересно. А вроде как там можно сажать. Так, медицина 4. Слушайте, вроде у нас нормально. Ну-ка давайте посмотрим. Лечебный корень. Так, лечебный корень. Блин, я что-то... А, вот. Так. Требую на фермерство 8. Ого-го-го-го. С ума сойти, нет. У нас не такой фермер, поэтому ладно. Ладно, все. Открываем единичку тогда. Пущай, пока он фигачит. Вот, идет потихонечку и строит. Так, нужны кровати. Да, собственно говоря, пока он идет и делает у нас это, построим сразу ребятам кровати. Так, крыша, я думаю, все-таки не должна рухнуть. Но, в принципе, он, по идее, не должен построить ее, вот. Если она может рухнуть, поэтому нормально. Так, сразу строим кровать, наверное, потому как спальное место что-то не особо. Вот. Так, дальше. Спальня, коробка для животных, спальное место. Давайте коробку для животных сразу поставим. Это в угол, пущай довольствоваться так. Да, строит он у нас еще с огромной скоростью, поэтому вообще все замечательно у нас. Так, ставим сразу. Ой, господи, поставил, блин. Да, фигачит он вообще не слабо, конечно. Так, сразу стол. Стул. Вот так, стул. И надо обязательно вот это вот поставить. Так, вот сюда давайте. Вот. И факел обязательно. Факел. Недостаточно дров наслать. Ну, это ладно, это ерунда. Это все сделается. Так, факел. Сейчас обязательно поставим.
Вот, пущай стоит. Так, теперь вот этот 100% надо так убрать. Ну, потом доделают, уберет. Все, кровать сделала у нас. Соответственно, первое, самое необходимое у нас вроде как нормально сделаем. Вот. И надо бы беспокоиться о электроэнергии. Вот. Так, а на первое время, в принципе, я думаю, хватит. Вот сейчас он будет сделать вот эту фигню и повырубать заодно. Все, у нас светло и тепло. Давайте посмотрим, что у нас там по минус 14. Что здесь, интересно, такое? А, пол, наверное, грязный, да? Так, давайте тогда сделаем сразу приоритеты поставим. Так, приоритеты сразу включим вот этот и уборщик на единичку. Вот так пущай делает. Вот, это будет самое первое, что он будет убираться. Потому как у нас психопатия или что-то типа такого. Вот он вроде как хреново переносит. В общем, что-то там переносит плохо. Что-то, ну, короче, с ума может сойти вроде. Так, да, вот, отлично, у нас ПК плюс. Еще и крайне низкие ожидания и оптимизм поселенца. Вот, Леха не в растении. Скорость работы плюс 20%, порог нервного срыва 8%. Отлично, так, вот, все, он вроде бы убрал, да? Да, все, отлично. Так. Так. Чувак, чё он такой побежал делать, интересно? Господи ты, боже ты мой. На домашнюю зону, да, определить? Он побежал все убирать. Так, области, давайте. Так, домашнюю зону. Давайте вот это... Вот так вот уберем. Вот так вот. Потом вот так вот. Вот, а то он тут начнет сейчас убирать, блин. Вот так вот. Во. Все, отлично. Сейчас будут нормально убирать. Так, все, погнал, да. Соответственно, все убрал. Поэтому нормально у нас пока все. Так, сейчас он построит сразу вот для всего этого. И у нас тут будет вообще круто. Все, он сейчас посадит сразу. Так, а обломки космического корабля приземлились поблизости. Давайте позырим, где поблизости-то. Блин, хрен увидишь, блин. Там такие кусманы должны быть здоровенные такие. Пам-пам-пам-пам-пам, где есть такой спит, боже мой. Ага, вот они. Ладно, в принципе, пущай. Я не знаю, они вроде как пропадают, да, 83%. Вот, поэтому было бы их прикольно бы разобрать, конечно. Вот, и под крышу занести. Ладно, давайте тогда... разберем их. Вот, потому как... Так, знаете, как сделать? Вот так, просто вот так вот, хоп. Вот, ну сейчас всех их выбрал. Ну, получается один только, да? Получается один. Или тут? Нет. Ну вот, сейчас тогда направим его быстренько нашего витамина. Да, он, собственно говоря, этим пошел заниматься. Вот. Пока она вообще в труху не превратилась. Вот, и потом надо будет фермерством этим заняться. И базу всю эту перетащить грязную. Так, работа. Уборщик 1, ученый 3. Так, носильщик. Носильщик, блин, носильщик, наверное, 2 надо сделать, чтобы он сразу все, что нужно было, переносил. А вот, и где-то там есть. Вот, ну, давайте ускорим. На любом случае, он пока будет разбирать его. Ничего у нас не будет происходить. Вот. Вот, так, стоп. Так, это портится, да? 70, да, портится. Давай, давай, дружище, тогда вот это перетащи. Вот. Ну-ка, вот это сразу возьмешь? Нет, нифига не возьмешь, ну ладно тогда. Так, перенести компонент. Перетаскивай. Так. Во, все, сейчас он быстренько все перетащит, ребятушки, и нормас будет. А, да, кстати говоря, вот эту надо тоже перенести, сталь, блин, она вроде как дополняет нам. Так, все, пусть пока переносит, переносит, переносит. И что у нас тут получается? Так, стоп. Что у нас тут получается? Ставить крышу. Да, получается, у нас тут не хватает опоры, да? Раз он не ставит, давай сделаем. Без проблем. Вот прямо вот так вот. А, вот, по идее, сейчас должна быть крыша у нас. А, вот, он сейчас быстренько все это поставит. Давайте ускорим тогда на 2. На 2, думаю, сойдет нормально. Так, и дерево у нас, да? А, вот, отлично. Это что такое? Да, это сланец нам не нужен. Вот, ну на первое время все у нас прекрасно. А вот еды нам на первое время тоже до хрена хватит. Вот, поэтому как-то так.
Так, нам нужно срочно-срочно садить. Поэтому надо работу ему, ребятушки, делать. Первого фермера тогда на единичку. Уборщика на двойку делаем. Вот, носильщика тоже на двойку пока. Вот, то есть фермер, еда нам в любом случае нужна. Пущай пока растет. Вот, обязательно сделаем. И потихонечку будем развиваться уже дальше. Давайте посмотрим, что у нас есть. Энергия. Энергия, если меня изменяет память, требует навык строительства 6. А у нас... У нас как раз таки вроде... Так, персона 6, строительство 7 у нас, превосходно. А вот, как раз таки очень-очень удачный у нас поселенец, так сказать. А вот, как раз таки, так, вот здесь вот плодородная почва получается, да? 100% нет, не плодородная. А вот тут плодородная. Плодородность 100%, скорость передвижения. Блин, а где у нас плодородная почва-то, ядрит, твин, гидрит? Еще вроде супер какая-то плодородная была. А, значит нету, да, получается? А, вот она, вот она. Вот, 140. Блин, тут уж слишком далеко, поэтому, наверное, не будем тут сажать, поэтому наплевать. Так. Ага, все, дрыхнут они. Давайте, знаете, что сделаем? Электрическую станцию эту проклятую, да? Вот тут вот тогда поставим. Вот, и пускай она у нас приносит нам, собственно говоря, пока энергию. Так, турбовинтовую это пока не будем ставить. Так, и... так, корабль, нет, не корабль надо. Надо энергию, да? То есть через кабель. Вот, подведем и сделаем турельки для защиты. Вот, надо посмотреть, с какой стороны тут могут идти ближе-то. Блин, в принципе, с обоих сторон, да, надо ставить. Как-то, блин, ни рыба, ни мясо. Вот, то есть и тут надо вот две ставить. Ну ладно, ладно, посмотрим. Так, а в любом случае нужно делать холодильник, поэтому давайте сразу проект под холодильник сделаем. Так, где-то прямо тут, наверное, да? Вот это вот все надо будет разобрать. Безобразие. И холодильник сразу тут сделаем. Так, а что это за покрытие, интересно? И что тут, кстати, не хватает? Древесины, да, не хватает? Ну, в принципе, нормально. А вот, собака у нас несчастливая. Дрыхнет тут, блин. Так, давайте посмотрим сейчас после ночи, собственно говоря, посмотрим... Что у нее там за настроение произошло? Так, стоп. Нужды. Гадкое место. Недоедание. Здрасте, приехали. А, ну вот, собственно говоря, еду и взял. Не знаю, что у нее недоедание, почему. Хрен его знает. Так, и неплохая спальня. Так, комфорт. Отлично, хорошее настроение. Да, да, собственно говоря, надо еще им сделать развлечение. То есть эту вот эту штуку. Поставить где-то вот, например, ну, не знаю, вот тут поставим, господи. О, вот так вот. Так, и надо строительство, да, опять ему приоритетик немножко повышать. Ну, в принципе, пусть фермер, дальше у нас получается 3, делаем 3. Вот, и шахтер 2, и строитель 2, вот так вот сделаем. Вот, соответственно, сейчас быстренько посадим все, что у нас есть, и остальное будет нормально. Так, давайте ускорим, долго он же не ест, больно, блин. Как долго он ест? Он что делает-то, я не понимаю. А, просто сидит. Я мол, ест еще. А вот, сейчас посадит все, отлично, 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 пусть садит. Так. Так, что у нас с собакой? На вот эту будем, конечно, достроить. Ну, в принципе, главное, что приз у нас пока, по крайней мере, рост. Вот, остальное уже, в принципе, добудем там. Так, и вот это бы, конечно, надо бы все перетащить, ядрит, твин, гидрит. Ну, в принципе, сейчас он быстренько достроит, и надо бы все под крышу это, потому что там хотя бы не так будет сильно у нас все это фигачить. Ну, а вот, сейчас все он построит. Так, 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 главное, электричество, чтобы было. Вот, отлично. Вот, и пускай потом перетаскивает. О, превосходно, все, у нас электроэнергия есть. Так, нам надо обязательно сейчас сделать еще аккумуляторы, вот, собственно говоря. И аккумуляторы вроде как надо бы отдельно ставить. Вот, давайте вот тут пока поставим. И желательно друг от друга бы еще, блин. Так, дверь пока стеной вот так сделаем. Деревянная, конечно, стена, но хрен с ней, пока вот так сойдет. Вот. Так, 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 так. Энергия. Так, давайте немножечко уменьшим скорость. А вот, отлично. Все у нас так вот идет, получается. Ну и вот так. А вот, пускай заряжаются пока. А вот, потом будем их уже использовать, соответственно. Так, что там по времени-то? Снаружи 24. Вообще прекрасная погода, ребятушки. Во. Так,
Да, не ахти, конечно. Хотя, по идее, горная у него очень сильно прокачана, товарища. Вот, 7. Ну, не так, конечно, прокачан, но, по крайней мере, нормально. Так, да, он еще и работает два раза на 20% быстрее, поэтому нормально должно быть. Так, холодильник, да, получается, следующий у нас уже будет. Вот, ну, сейчас он это быстренько заделает, вот этих лабуды, и дальше посмотрим. Так, электричество у нас есть, соответственно, ребятушки, надо делать какой-то стол уже, да? Да, то есть разделочный, например, и стол портного, например. Так, разделочный стол портного. Так, не то, не то. Топливная кухня, верстак, электроприта. В принципе, дозатор пасты пока можно сделать. Загрузочная воронка. Содержит ресурсы для загрузки различных аппаратов. Например, дозатор пасты. Так, давайте разделочный стол поставим пока вот тут. Вот, я не думаю, что он там сильно как-то депрессуха наводит. Ну, хрен его знает. Так, это что такое? Давайте посмотрим, что у нас тут. Опять грязь, да, получается. Надо... Обязательно делать чистильщика опять на первую, на уборщика на первую, чтобы он убирал самым первым. Вот. И желательно бы, конечно, делать... Вообще-то и первым сойдет нормально. Вот, чтобы по максимуму он убирал первого. Да, все отлично. Вот, все-все, пусть чистит постоянно. Самое главное чистить, потому что у нас нервный срыв. А вот, нам это вообще не резон такой фигней страдать. Поэтому. Так, давайте немножечко скорость уменьшим. Вот. Теперь давайте сразу строить. Наверное, будем строить из деревянных, потому что, блин, в принципе, надо плевать. Да? Или хотя хрен его знает. Давайте посмотрим, что у нас там есть-то. Ну, такое точно не золото. Сталь. А почему здесь... известняка у нас нет на этой. Понятно. У нас известняка, собственно говоря, нету нифига. Надо бы вот это все перетаскивать. Такое ощущение, как будто здесь продовольствие отменил. Вроде не отменил. Обломки... Черт его знает. Ладно, сейчас он допилит вот эту всю лабуду и посмотрим, что будет таскать. По идее, он должен таскать. Вот, и надеюсь, он начнет и таскать. Гидрит, твоя гидрит. Так, что у нас с рисом? Выросло на 19%. Замечательно, скоро у нас будет дохренище риса. Вот, соответственно, нормально. Все, понес. Ну-ка, давайте-ка позырим. Так, это что такое? Все это серебро, понятно. Так, все убрал, молодец. Так, пошел перетаскивать, да? Все замечательно. Вот, пускай таскает. Так, давайте ускорим тогда. Вот, иначе у нас все это гниет, блин. Вот, надо, чтобы все это перетаскивал. Так, собаки, мы сделали место просто превосходно. Так. Так, блин, вот единственное, только долго он перетаскивает. Так, это что такое? Это лом. Так, теперь давайте немножечко... Да, вот так, наверное, сделаем. И сейчас уже надо будет потихоньку строить, собственно говоря. Так, только не из золота, блин. Давайте из древесины, хрен с ним. Вот, холодильничек небольшой. Вот, наверное, вот такой пока. Так, и вот, наверное, вход отсюда. Вот, наверное, блин, изнутри бы надо, да. Гости, кто за гости? Группа из Врации город учили, посещают Василия. Кстати, у них есть какие-то предметы для обмена. Отлично. Так, давай. Так, главное, чтобы он... Чтоб они до сна успели, блин. Вот, а то сейчас мой дружище заберется поспать. А куда пошел-то, блин? Господи, ты боже твой, нет. Ладно, давай иди поговори с этой теткой. И какой-то квест, кстати говоря. Выстрел витамин не может попасть в цель. Так, это ладно. Так, давай, чеши сюда, нахрен. Так, и надо как-то поговорить. Блин, а как поговорить? А, во, торговать, отлично. Это, походу, этот военный. Так, давайте позвоним. Вроде как пауза поставилась. Время вроде как не идет. Так, что у него есть? Сухой паёк, компонент, медикаменты. Шлем из психофольги. Я точно подумал, что уменьшат. Вот здесь психическое, вот здесь. Блин, было бы прикольно. А что он стоит? 400. Жесть. Давайте ему толкнем. Блин, компонентов так неохота толкать. О, нет, мы у него ничего покупать не будем. У нас нет денег, нет нифига.
Наплевать, хелесим, хелесим. Все, мы спать пошли, да? Или что туда пошел? Блин, стой, не надо. Запретим ему нахрен. Пущать до дела, как хочет. Так, а что он делает? У него получается... А, медитирует. Ну, хрен с ним, медитирует. Главное, чтобы с ума не сходил. Это самое главное, блин. Потому что если начнет психовать, тут все, блин, спалит, еще что-нибудь сделает. А вот, пускай восстанавливает, собственно говоря. Так, а, да, и дрыхнуть. Красавчик, просто вообще супер. Оптимизм поселенца, очень низкие ожидания. А, плохое настроение, ужасная спальня. Что тебе спальня не нравится, гад ты вонючий? Опять намусорил. Находили, натоптали тут по помытому-то, блин. Да. Ускорим время тогда. Так, главное, да, не пром... Блин, эти твари ходят и походу как, типа, будет его, что ли? Типа, у меня будет сейчас неспокойный сон или что-то типа такого. Так, все, уходите, да, отсюда нахрен, уроды. Мешайте только, блин. Так, а что у тебя там, ну, по нужным? А, ужасно спальня, просторный... Не... Вот, беспокойный сон 4, блин, пипец, находились, гады, блин. Это вот я и боялся, блин. Так, а что нам не хватает деревьев, да? Давай срубать. Давай рубить деревья. Вот, раз нам не хватает дерева на стены. Отлично, теперь хватает. Так, давай проводить сразу кабель тогда получается. Ой, господи, не кабель, а температуру. Во, вот эту штуку. Так, блин, стой. Стоять, стоямба. Отменить. Так, как там менять-то? Вот так нам, да, получается? Во, все отлично. Блин. Во, вот так вот пускай делается у нас, отлично. Компонентов вроде тоже хватает, поэтому сразу у нас сейчас будет тут и складик под, под мясо, под, и по крайней мере портиться не будет ничего. Так, о, все нормально. Сейчас вроде нормас будет. Блин, что не хватило-то? А, понял. Все, отлично. Так, давайте сделаем минус один. Вот так хотя бы. Так, а тут температура у нас внутри 19 градусов. Ну ладно, сейчас посмотрим. Она может добавиться, хрен его знает. Так, теперь, ребятушки, надо сделать стоять. Надо здесь сделать склад под еду. Так, все, запретить все. Дальше продовольствие все врубить. Так, продукты мяса, кроме... человечего, а в принципе давай человечество сюда, без разницы. Все тогда, все мясо сюда, а здесь соответственно запрещаем. Вот, никакого производства, все отлично, сейчас должен перетащить у нас. Так, что он там опять делает? Не сюда облома гранита, у нас склад. Ну все отлично. Так, давайте сразу сделаем и тут пол. Так, постройка, мебель, вот покрытие. Так, бетон, паркет. Вот, сделаем паркет, он вроде как круче всего делается. Интересно, сколько у этой? Это что такое? Металлическая кровля, жесть, давайте сразу сменим. И металла у нас будет, вот, и уютов здесь будет больше. Так как дерево, собственно говоря. Вот, и работаем вот так. Сейчас тогда быстренько еще деревьев навалим. Типа вот этого большого, вот этого и вот этого. А вот, как раз таки стали, он сделал все быстренько, и у нас уютно будет, нормально. Так, и... господи. Где, блин? Так, стой, вот дверь. А, блин, дверь. Ладно, сейчас тут заменим, быстренько унесет, дверь поставим. Как хорошо, тут не надо ничего сносить, блин. Бешеное животное, прикольно. Так, а давайте, собственно говоря, где? Белка, да? Ну, до нас еще далеко, но тем не менее. Надо быть наготове. Так, стоп, где она? Блин, я ее потерял. Сейчас придет к нам нахрен. Вот это вроде, да? Белка. Нет. Так, ну ладно, хрен с ним. Вот, вот это бешеная белка. Нет, тоже белка. Или бешеная.
Да, походу бешеная, болеет, вот гадина. Так, ладно. Давай прищучим ее. Все, отлично. Так. И вот единственное, то, что плохо, блин, у нас, собственно говоря, сами себя лечить-то мы можем, не можем, я вот не знаю. По идее. Да, вот. То есть, соответственно, сами о себе заботиться надо, блин. Вот, некому полечить нас. Поэтому надо быть аккуратнее нахрен с этой фигней. Да, сейчас, конечно, сон будет отвратительный, но тем не менее. Так, что-то у нас по температуре 20, блин, пипец, надо уменьшать. Минус 10. Вот, минус 10 сейчас будет нормально. Так, что он там посреди ночи-то проснулся? Что у меня там с этой, со здоровьем? А, требуется лечение. Блин, да как бы тебя полечить-то? А, вот самолечение. Ядрить твои ингредиенты, самостоятельно лечиться на месте до эффективности инсульта. О, нормас. Блин, надо было отрубить. Отлично, отлично. Самолечение — это хорошо. Все. Мы еще неплохо так залечились, смотрите-ка. Так, все, погнали. Белку, кстати... Кстати, она бешеная, блин, наверное. А, давайте тогда тоже уберем ее в холодильник. А вот, не знаю, бешеная как-то повлияет или нет, но хрен его знает. Так, все, он сейчас соберет, тут быстренько сделает. Отлично, отлично. И дальше спать. Прикол. Что за фигня? Сейчас у него там беспокойный сон, все дела. Ужасно, спальня, гадкое место, конечно, блин. Так, сейчас последний у нас. А, ну все, в принципе, сейчас, по идее, он должен убирать. Да, все отлично. А вот, сейчас все перетащит, и все окей будет. Так, ребятушки, теперь нам надо защиту ставить вот эти вот товарищи. А вот, давайте вот одну тут поставим. А вот, и, соответственно, где-то вот одну здесь. Вот тут, наверное, прямо вот тут. Вот тут и, наверное, вот тут две сразу. А вот и протянем им, соответственно, эти штуковины. Так. Вот так. Ну, до краю. Вот, должны нормально. Нормально должны попасть. Так, и надо бы уже расширяться, по-моему. Давайте еще одну сделаем. Блин, не хватает. Так, и, да, еды у нас тоже, в принципе, хватает пока. Вот рис, что там с рисом? 57%, ёперный театр. А вот тут у нас что, минус 9, отлично. Отлично, отлично. Можно вентиляторную эту станцию еще проклятую поставить. Так, еды, что у нас с едой? Да, вот и огромный плюс того, что еды хватает вот одному человеку очень надолго. А вот, так, секунду. Вот, одному человеку намного еды очень хватает. И это плюс огромный. Так, животное одомашнено. Здрасте, приехали. Заяц, что мне с тобой делать? Заколоть только если. Хрен с тобой. Ой, ты как далеко-то. Ёпер, театр. Ну нафиг тебе. Нафиг. Так, давайте посмотрим, что нам еще нужно. Нам в любом случае необходимо уже строить отдельную. Отдельно. Во-первых, тюрячку надо построить. Вот, и отдельное помещение под... всякие там мастерские, блин, потому как не благоприятствует, собственно говоря, всякие станки на этой, на, ну, рядом с кроватью дома. Вот, поэтому как-то так. Вот, давайте ускорим тогда, в принципе, другой ничего не будет делать. Вот, заодно стали, вот, вроде должен набрать, только чуть не остается стали, ни хрена. А, он с собой, наверное, таскает, да, это получается. Так. Единственное, вот не знаю, будет ли хватать нам на электричество, на все про все, можно сказать так. В принципе, у нас сейчас минус идет, да? Да, минус 58. Да, нормально так идет. Вот, главное, чтобы на день хватало. Но в любом случае нам необходимо будет еще вторую устроить. Вот, поэтому давайте вот сразу разберем, дверь она поставим. Так, и энергия, что у нас там?
100 стали, да? Ну, хрен с ним. Вот так бы надо поставить. Но, блин, сейчас пока нельзя. Но обязательно, чтобы сталь была. Ну, тут вроде мы как раз таки на сталь нарвались, поэтому проблем, думаю, не будет. А что такое красное, интересно? Это просто интересно, такая фигня. Или... А, да эти, наверное, блин, которые по бочке подрубаются так. Вот тут уже турелька у нас все работает. Отлично, просто превосходно, ребятушки. Превосходно. Ну вот лупасть она там вообще, мама, не горюй. Вот, ну с этой стороны в воде вряд ли кто-то подойдет, именно снизу надо. Так, а резервации проходил мимо. Так, Джошуа, да? Блин, где-то есть, господи, а, вон. А, это заяц побежал к нам. Заяц к нам прибежал. Кстати говоря, какого хрена? Что у нас тут, я не запретил, что ли, на свалке? Продовольствие, а, гнилье, все понял. Она уже у нас гнила, видать. Ладно, оставляем тут. Так. Так, давайте ускорим тогда. Блин, еще бы ускорить. Так, что такое, что такое? А, бланки с мискаля упали поблизости. Так. Ладно, это пока... Блин, надо бы, конечно, их тоже разобрать все. Черт возьми, ну ладно. Во, что-то какая-то... Мегат какой-то, они маржат. Не знаю, что за маржит. Доволен. Женского пола. Возраст 75, ни хрена себе. Жесть какая. Проходил мимо, что-то совсем мимо проходит он. Вот такой. Проходит мимо, прикольно. О, налет. Так, враждебные пираты. Один, отлично. Так, а нам, ребятушки, что нужно? Нам нужно будет сюда, получаться, бежать. А где-то я здесь ставил, конечно, турельку. Вот, но вроде как она что-то не спешит строиться. Давайте попробуем сделать ее. Невозможно работать на самодельный проект, нужны материалы сталь. Вот это что за фигня? Так, давай неси тогда сталь. Сейчас, может, успеем. Во. И бегом строить. Еще стали не хватает. Ёперный театр. Что-то гадаем. Но нужны материалы стали. Нужны материалы... Да блин. Газ, что за фигня? Почему не хватает? Сталь, но... А, компоненты, наверное, нужны. Да, не стали, блин. Нет компонентов, тоже до хрена. В общем, хрен знает. Ладно, давайте посмотрим, где этот паршивец у нас. Так, где-то тут идет он, да? А, он одно время должен походить просто, точно-точно. Типа, как подготовиться нам. Точно-точно-точно, помню эту фигню. А вот, во, все, нормас. Нормас пошел он делать. А вот, и эта фигня его быстренько укокошит. Вот, поэтому нужно будет, необходимо нам... Так, давай все строй, отлично-отлично. Все, превосходно. А вот, и... О, все, превосходно. Так, давайте его тогда забьем. Заберем. Так, и для этого нам необходимо сделать, ребятушки, тюрьму. Тюрьму мы, наверное, будем сделать здесь. Вот, поэтому давайте сейчас быстренько тогда постройку нормально сделаем. Вот, типа вот так. Вот, типа такого. Вот, разметим. Так, сделаем мебель. Мебель. Где у нас там, в принципе, кровать. Нормально сойдет кровать. Дальше табуретка. Вот, и стол. Наверное, вот так вот, да, лучше поставить, блин. Вот, чтобы у него совсем тут уж паники не было. Вот, а то он тоже может сбунтоваться. Так, и горшок ему еще. Так, горшок. Вот такой вот, блин, все как все впритык-то, пипец. Ладно, горшок такой. И факел, чтобы светло было. Во, нормас. Вот, пущай дело, так. Этого ну, в смысле, сделаем этим. Так, давай-ка ты будешь работать, дружище. Да, блин, ну пока вот он, нет, сама. Вот, блин,
стоит, господи, это может, невозможно, нормально. А если помрет, так помрет, хрен с ним. Не успели мы ничего сделать. А, вот. А, так, ладно, ребятушки, на этом пока первую серию закончим. Вот у нас товарищ уже есть. А, вот, спасибо всем за просмотр, ребятушки. А, вот, за лайки, за подписку. Думаю, игра зайдет, она мне очень нравится. Вот, посмотрим, что будет дальше. Вот, и постараемся как раз таки выжить и понаблюдать за нашим витаминчиком, как он будет выживать дальше. Спасибо всем за просмотр, ребятушки, всем пока-пока.